В Барнауле сегодня утром трамвай протаранил 17 машин. Массовое ДТП произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Советской Армии. Видео разместили очевидцы на сайте «Инцидент Барнаул». Здесь же высказывают версии о том, что, возможно, у трамвая отказали тормоза. Однако точной причины пока не называют. Она станет известна только после специальной экспертизы. Пострадавших нет. Как сообщили сотрудники ГИБДД, в этом месте машинам разрешено ехать по трамвайным путям, поэтому и пострадало так много автомобилей. Движение с 9 утра в районе ДТП было сильно затруднено. На месте происшествия работали регулировщики.